Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 15 октября, и рубрика «Простые рецепты» продолжает свою работу. Итак, сегодня, да, мне в помощь книга «Дешево и сердито. Тысячи кулинарных рецептов из того, что всегда под рукой». Итак, значит, сегодня мы с вами готовим блюдо. Да, это блюдо. Значит, вот я сейчас читаю, да, я открываю страничку. Суп из перца красного сладкого с картофелем, да. То есть я посмотрела, да, что у меня есть в наличии в холодильнике. И посмотрела, да, что вот по книге, что именно в книге, да, есть такой рецепт из того, что есть у меня. И поэтому я решила, да, сегодня приготовить именно вот этот супчик по этому рецепту. Итак, суп из перца красного сладкого с картофелем. Значит, читаю рецепт, да, что для этого нужно. 5 перцев красных сладких, 5 клубней картофеля, 4 столовые ложки рубленого зеленого лука. Но у меня лука нет зеленого, да, он уже закончился, есть петрушка. То есть подойдет петрушка, да, мы используем любую зелень. 2 литра воды. То есть, ну, понятно, что это соотношение, да, на 2 литра воды. У меня 1,5-литровая кастрюлька. Поэтому вот из расчета на 1,5 литра, да, я должна подготовить необходимое количество ингредиентов. И 4 столовые ложки масла растительного, соль. То есть все, рецепт такой вот простенький, да. Ну, вот, как бы, что у меня есть, да, что я подготовила. Но я решила, да, значит, обязательно, да, мы подготовили нашу кастрюльку. Да, мы ее должны помыть, просушить, подогреть. Значит, дно, да. Значит, мы, чтобы она была сухая, да. Также я положила 5 перцев все-таки, потому что, ну, 1,5 литра, 2 литра, в общем-то, разница небольшая, да, поэтому перцы, если они не очень большие, не очень крупные, средние, да, если они будут готовиться тушиться, они утушиваются, вот, их становится меньше. Поэтому я все-таки решила, да, опираться вот именно на этот рецепт. 5 перцев сладких, да, и 5 клубней картофеля. Значит, да, я все подготовила. 5 клубней картофеля и 5 сладких перцев, да. Ну, они такие не очень уже хорошие, да. То есть то, что да, мы вырезаем, мы срезаем что-то, все остальное, да, мы употребляем в пищу. И это зелень петрушки. Да, это зелень петрушки, это соль и это растительное масло. Все. То есть мы закончили, да, заниматься подготовкой, и теперь мы приступаем непосредственно к самому процессу приготовления пищи. Итак, увидимся в следующем ролике.